Мое внимание просто. Не только внимание. Там еще бесценное колено осталось. Да. А, все. Пожалел еще ниже колена. Очень важно не реагировать. It's very important not to react. Да, вот такая хорошая тема. Проснулся, а тут вот так, да? Вот чуть-чуть дай нагрузку. Вот она. И вот видишь, аж меня аж прогнуло. Но для того, чтобы вот это снять, нужно найти, откуда она берется. Берется вот здесь. Видишь, как немножко стремновато это все. Выглядит. Что, если бы бороться в этой ситуации, считается, что нельзя. Ну, как бы да. В принципе, если возьмут как следует, то трудно. Придется чуть-чуть. Но на подходе, с другой стороны, да, сейчас разбирать эту ситуацию дальше, то как бы на подходе. Можно занять такое положение, где с тобой просто не очень удобно работать. Вот казалось бы, да. То есть там можешь да. Не то, что души. И вот, да, хорошо. Вот, видишь, выдавливает нормально. Вот откуда берется эта тема. И вот эту тему, мне надо найти. И ее же использовать дальше. Потому что там уже есть напряжение. Да. А как это понять, откуда берется движение? Для этого надо первое, что нужно делать, это не суетиться.